Живые концерты из большой студии Русского радио. Только живой звук. Царевна живет над землей, не спеша, мимо туч, мимо бед полетела душа. За нею на свет. Никакой фонограммы. Ну что, еще надо что-то, нет? Ну все. Шоу «Золотой микрофон» на Русском радио. Сегодня у золотого микрофона. Слушай, если мы сейчас девчонок, которые пришли к нам на концерт, допустим, до колдуна, концерт все будет остановлен. Я сейчас первый раз увижу, наконец-то, поцелует. Когда колдуна разберут по запчастям, понимаешь? Отлично. Ну, я хочу сказать, что я сегодня здесь не один. Здесь на гитаре играет Александр. Здесь на басу играет Михаил. Ну и Андрей вот повелевает. Мы поняли твой намек. На всех хватит. Конечно. Наблюдать и осторожно. Дай руки туда, где можно. Миллиметр горячей кожи разделяет нас. Русское радио. Первый, кто сотрут границы, по спине стальные спицы. Сделай шаг со мною в пропасть. Медленно сейчас. Давай сыграем в любовь.
Всех тех девушек, которые сегодня для самой главной девушки. Это для меня? Ну, а куда деваться? Сказала я, вспомнив, что колдун женат. Я хочу спеть песню, которая называется «О царевна». И пусть каждая царевна, которая услышит эту песню, почувствует себя такой и будет чувствовать всегда. Дима, спасибо, мы так и сделаем. Да я прям готов стать царевной просто. Пустым. Долгими ночами превращаю время в дым. Ты живешь мечтами, но печальные глаза. Я должен сделать шаг, мне больше ждать нельзя. Больше ждать уже нельзя. Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет над землей не спеша. Мимо туч, мимо бед полетела душа, за нею на свет. Ты меня не бойся, я не буря, я прибой. Ты меня не бойся, я приехал за тобой. В каждом моем вдохе твое имя живет. Я знаю, кто ты есть. Я знаю, что нас ждет. Точно знаю, что нас ждет. Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет над землей не спеша. Мимо туч, мимо бед полетела душа за нею на свет. Полетела
за нею на свет. Ничего себе! Мягкая, романтичная песня такая. От лица всех присутствующих царевна, по ту и эту сторону радиоприемников, дорогой Дмитрий Колдун, мы выражаем тебе благодарность. Да, девчонки? Спасибо! Ну что ж, всем, каждой царевне, мне кажется, нужна... По лягушке. Особенно утром нужна мужская сила настоящая, чтобы много встать. Аккуратнее, колдун, пойти, с такими. На руках ее нести. Принести кофе. Да. Быстро. В общем, нужна сила. У тебя есть, кстати, сила? Сила? Он в 5 утра просыпается. Откуда она у него? Лешка, у нас же была интермедия. Мы подходим, поскольку у нас нет сил. И просим у колдуна как бы вот этого типа «дай мне силу». Он говорит: «Кстати, а у меня есть такая песня. Дай мне силу». У меня же не песня «на тебе силу». Нет, да, я спрошу, у тебя есть? У меня? Да. Не, я обессилел. Тогда я заберу последнее. Не дай надо! Мне силу! Леша, не надо! На металл забывший боль и стыд так похожа. Знаю, ей легко в твоей груди стать безумство бездной, но у нас все это впереди. Дай мне силу, и я отворю любые двери. Я убью любого зверя, ты мне веришь. Дай мне силу, с ней я достану страсть из пекла. Раз проползти у наших ног. А, конечно. У каждой, вот просто под каждой сейчас ножкой. На да. Следующей песне, которую я собираюсь исполнить, на ней все мужчины должны просто ползти у ног, потому что, ну, что-то накосячил, видать. Да? И так уже, что нельзя вернуть. Нельзя уже вернуть. Я думал, просто песня называется «Я уже в хлам», поэтому все... Нет, это «Я уже в хлам», а следующая песня называется так. Называется... Димочка, очень хочу отметить твоих музыкантов. Прям, ты вот, смотри, я вот от бас-гитариста я в шоке просто.
У меня полное ощущение, что Дмитрий Колдун солист группы «Рамштайн». Но он любит мять, понимаешь, мять гриф. Мять? Да. Чтобы гриф после концерта был мятый. Он твердый, он должен быть уже с мятиной. Ну, он и кубик Рубика неправильно взял и собрал. Это нормально, это нормально. Ох, ну давай, поехали. Следующая песня называется «Почему?». Всегда права. Почему тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я тебя не обниму. Но я сам виноват. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя? Сажаем добровольную тюрьму из одиночества. Почему в разбитых чувствах я не верю никому? И подпускать людей ни к сердцу, ни к уму уже не хочется. Почему ты не со мной? Зачем тебя я отдал ему? Без тебя во сне я и наяву. Вижу только беспросветную тьму. Почему ты не со мной? Почему? И зачем тебя я отдал ему? Без тебя гипнотизер. Дим, спасибо тебе за то, что ты так воздействуешь на женщин. Девушка, а где вот, эта вот, девушка? Подойдите, да. Пожалуйста, к микрофону вот сюда. Идите вот. Сюда. Что вы чувствуете? Вы с Димой первый раз в жизни танцевали? Ну, можно отвечать можно микрофон, да. На самом деле я... Не поближе к микрофону. Что меня так сильно любит. И что так сильно по мне страдает, это безумно приятно. Ох ты. Слышал, Дим? Вот так. Как зовут зрительницу? Как вас зовут? Как ваше имя, девушка? Леш, как? Я не расслышал.
Девушка, вы в себя прийти не можете, да, я правильно понимаю? Выйти не может. Так, хорошо. Колдун, давай дальше тогда девушек гипнотизируй. Пожалуйста, да. Пожалуйста, красиво это, знаешь, получается. Это не очень прилично с твоей стороны. Некоторые девушки во время просмотра твоих видеоклипов заряжают воду, понимаешь? Нет, это не мои клипы. Это не твои? Опять сайты. С клявером перепутал. Что ж такое-то? Просто. Ну что ж, чтобы не перепутали, спою «Корабли». Ряд вопросов, которые задают наши радиослушатели и зрители прямой трансляции. Вот, на протяжении всего года ждали они твоего концерта. Вот, и сейчас мы некоторые из них зачитаем. Наши слушатели оставляют совершенно разные вопросы. Вот один из которых: на что ты готов ради своей любимой жены, своих любимых детей, в общем, ради своей любимой семьи. Вот постоянно... Это сложный вопрос. Ну, то нет, есть, нет, вообще, невозможно. Вообще не сложный. Ну, то есть ты можешь сказать на все. Нет, ну это ерунда какая-то. Что значит на что я готов? Вот, понимаете, если у человека все есть, то вот это вот есть, там, любимая семья, хорошая, родная, там, дети любимые, там, замечательные. А зачем быть для чего-то готовым к чему-то? Вот он есть, я живу, я наслаждаюсь этим, я счастлив от того, что имею это все. Не знаю, на что я готов, ну, как бы,
ни на что не готов. Вот, как бы, ты на что готов, чтобы у тебя вот нога была? Сходить на концерт колдуна. Ну вот, я тоже готов сходить на концерт колдуна, чтобы у меня все это было. Или прийти к русским перцам. А вот что касается жанра, да, многие считают, что ты рок, а кто-то считает, что ты... Ты сам вообще как-то самоопределяешься? Дело в том, что... нет, я еще не самоопределяюсь. Дело в том, что, ну, я всегда любил рок-музыку. Есть, конечно, какое-то понимание формата, да, и все знают, что, чтобы звучать там на радио или иметь возможность выступать, конечно, песни адаптируются, выпускаются радиоверсии, но вот на концерте все звучит вот примерно так, как сегодня будет звучать у вас, и это будет действительно роково. Ну и совершенно другое звучание. Конечно, вот, вот по крайней мере для меня открылось два артиста, которые на сцене звучат совершенно по-другому. Вот, это Стас Пьеха и ты. Ну а куда деваться? Она говорит, слушайте, бывают такие случаи у звезд зачастую, что они влюбляются в самого себя. Что имеется в виду? Ты смотришь в зеркало и не можешь налюбоваться собой и своей красотой. В тебе есть эта черта? Я не знаю, откуда эти хрестоматийные случаи берутся у наших слушателей. Ну, бывало, наверное, в
каком-то переходном возрасте. Сейчас ты смотришь на себя в зеркало. Посади тебя в зеркало. Глянь, посмотри. Ну как, ничего? Не, ну я видел. Я с ним закончил. Он мой бывший. Тяжелое отношение, да? Золотой, золотой, золотой микрофон. Ты на что готов, чтобы у тебя вот нога была? Сходить на концерт Колдуна. Ну вот. Слушай утреннее шоу «Русские перцы» и смотри прямую трансляцию живых концертов из большой студии «Русского радио». «Русские перцы» — это мы. Это мы. Это мы. Живой звук, никакой фонограммы. И любимые исполнители. Они потом отдельно все представятся. Мы просто у них все паспорта отобрали, поэтому... Кто плохо хлопает, тому не отдаем. В проекте «Золотой микрофон».